предложение сегодняшнего дня – это натуральный концентрат. Концентрат, который дарит нам здоровье, поднимает нам иммунитет. И это концентрат корня лопуха. Представит продукт и расскажет о нем все эксперт компании Института натуротерапии. Кстати, 8 лет сотрудничества мы отмечаем с Институтом натуротерапии. Итак, врач, кандидат медицинских наук, врач-хирург, директор Института натуротерапии Сергей Арсеньев. Да, здравствуйте, друзья. На самом деле, вот этот самый корень лопуха – это самый мощный, можно сказать, продукт из всей нашей линейки. Потому что корень лопуха – это универсальный продукт, который помогает, например, запустить наш лимфодренаж, очистить нашу лимфатическую систему и, соответственно, выводит всевозможные шлаки, токсины. Обладает мощным профилактическим, противовоспалительным действием, которое используется при любых хронических заболеваниях, будь то заболевание сердца, сосудов, суставы. Вот все, что касается наид, то, что идет воспаление, это все корень лопуха. Он помогает реабилитироваться нам после инсульта, после инфаркта, после травм, после операций. То есть корень лопуха обладает онкопротекторным действием. То есть он еще и запускает апоптоз, то есть гибель раковых клеток. Его используют при комплексной терапии, химиотерапии, онкологических заболеваниях. И вообще корень лопуха, он способствует тому, чтобы наши предраковые заболевания, такие как мастопатия, аденомы, миомы, они уходили. Есть данные такие, что 4-5 месяцев применения вот этого корня лопуха замечательно уменьшаются в 2-3 раза всевозможные вот такие новообразования. Очень простой прием. Это концентрат корня лопуха. Здесь нет сахара, его можно диабетикам. В чем его особенность? Когда вы его принимаете, то есть берете по 1/3 чайной ложки под язык и там рассасываете. Дело в том, что под языком у нас проходит подъязычная артерия. Знаете, как все лекарства, которые быстро действуют, еще нужно, там капотен, нитрогликерин, все под язык. Он моментально попадает в наш кровоток, минуя печень, и сразу запускает вот этот самый лимфодренаж. Вот даже сейчас жара, лето, у всех отеки, пропейте корень лопуха, начинаете пить, через неделю у вас отеков не будет следа. Потрясающе, и вкусно, и натурально. Вы это почувствуете с первого применения. И вы получаете сегодня 4 баночки концентрата корня лопуха, объем каждый по 100 мл. Цена только сегодня, один день, со скидкой в 78%, 1299 рублей. Свежайшая партия. В мае собирается лопух, выкапываются корни лопуха, и это июньское производство. Сколько у нас срок годности продукта? 3 года срок годности, правильно вы сказали. Только майский лопух, он имеет L-бета-аспараген. Это такое уникальное вещество, которое как раз запускает наше очищение нашего организма, то есть тот самый лимфодренаж. Очищение нам нужно для чего? Повышенный сахар. Нужно вводить лишний сахар, и это справляется с корень лопуха. У вас повышенный холестерин, это снова корень лопуха. Заслакованность организма, если вы пьете много-много таблеток, это снова корень лопуха, потому что он помогает нам очистить наш организм, потому что все вот эти химические препараты, которые мы применяем, да даже самый воздух, которым грязно дышим, еда, которую мы неправильно с добавками всевозможную едим, вода, которую мы не очищаем, они все приводят к тому, что наш организм зашлаковывается. Называется эндоинтоксикация нашего организма. Это все считается ксенобиотиками. Ксенобиотики, которые потом вызывают мутации, потом мы удивляемся, почему у нас одна онкология, вторая, почему в молодом возрасте, там инсульт, инфаркт. Это вот так корень страшно. Лопуха. Да? Да, это страшно, действительно. Вообще, вы знаете, говорят онкологи, что за последнее время очень много заболеваний, новообразований появляется. И именно после того, как многие перенесли коронавирусную инфекцию, да, ослабленный организм. Сейчас пик и просто взрыв в новообразовании, и у онкологов прям буквально, знаете, переполненное отделение. Как себе на помочь? На самом деле, да, действительно, вроде бы, вот эта коронавирусная инфекция, она пошла на нет. Но последствия мы будем расхлебывать еще много-много лет. И действительно, на самом деле, знаете, у меня даже такая история есть, приходит ко мне на прием пациентка, она прям была 2 недели назад. И вы знаете, она вот этот корень лопуха, именно концентрат, но она применяла его вместе чага еще и мумиё. Вот эти два флакончика она применяла очень-очень достаточно долго, где-то, ну, месяцев 9, наверное. И вот буквально вот этой зимой, когда уже коронавирус вроде пошел на спад, она заболела вместе с мужем. Ей 70-75 лет, муж чуть постарше, там 76-78. И она перенесла очень легко. Говорит, температура даже была там 2-3 дня и все. У мужа интоксикация, пневмония, его в больницу клали и все остальное. Ну, знаете, самое что страшное? Почему она ко мне пришла на прием сейчас, если у нее все хорошо? У мужа сейчас, вот через полгода после коронавируса, обнаружилась онкология легких. Вот так после пневмонии, вот эти спайки, стяжки, вот это нарушение строения вот этих легких,
привело к тому, что обнаружилось вот ну, такое заболевание страшное. То есть вот он, коронавирус, сейчас отдаленные последствия, это как раз онкология. И она сейчас, вот она это пила, а муж пил через раз. Вот сейчас она ему взяла по 8 банок, почему она ему кому пришла? По 8, и корни лопуха, и чагом у нее взяла. Для чего? Для того, чтобы бороться с этим заболеванием. Да. И я думаю, что у них все получится, потому что вот ее пример вот такой вот. У нас многие как раз и заказывают. И корень лопуха, это главное предложение дня, и чага мумиё, и заказывают гинкобилобы и готу-кола для тех, кто сердечники. А почему именно концентрат? Просто так удивительно, и вот я даже по аромату чувствую концентрированный натуральный продукт. Во-первых, это можно применять под язык, чтобы это было моментальное всасывание. Во-вторых, это вкусно, хотя здесь нет абсолютно сахара, это сделано фруктозе, поэтому можно диабетикам, можно гипертоникам, кому угодно. А если уже таблетки люди принимают, доктор назначил, как совмещать и разводить по времени? Это натуральный пищевой продукт. У нас есть сертификаты, которые это подтверждают. Так вот, натуральный пищевой продукт, он можно применять его так, как вы берете под язык, после еды, там за 20 минут до еды. Самое главное, когда берете эту ложку, рассосать его как бы не полости. Не запивать и не глотать как можно дольше. Да, постарайтесь как больно больше, как дольше. Подержать во рту. Да, подержать во рту и не глотать. Потом можно запить стакан воды и все, пожалуйста. Вся продукция сертифицирована, вся продукция одобрена. Звоните сейчас, когда мы почувствуем результат? Ой, вы знаете сразу, так как эта форма, принимаете под язык, вы буквально, например, применяете вот эту самую, корень лопуха, принимаете под язык, у вас сразу начинается мочегонный эффект, у вас сразу выходят очищение, отеки, ноги перестают сейчас жару отекать, у вас сразу становится давление снижается, вы чувствуете себя хорошо, это буквально после 2-3 применений. Итак, набирайте наш бесплатный номер телефона, а при покупке на 4990, это любые 4 продукта из прямого эфира, у вас будет еще бесплатная доставка. Кому рекомендуем? Значит, смотрите, это мощнейшая дезинтоксикация, которая очищает наш организм. Это противовоспалительные действия, то есть снимает любые хронические воспалительные заболевания, начиная там бронхита, тонзиллита, заканчивая там цистита какого-нибудь. Противовирусные, противомикробные действия, противоонкологическое действие, борется с онкологией. То есть, вот понимаете, как это очень мощный такой помощь нашему фундаменту, нашего организма. Звоните прямо сейчас, это главное предложение дня. Заказывайте корень лопуха, заказывайте чагу мумиё. Заказывайте все продукты от Института натуротерапии.